Коллеги, разрешите поприветствовать вас на нашей очередной встрече. Это уже традиционная встреча. Год из года нас становится все больше и больше. В начале нашего с вами совещания, собрания, встречи, называйте это как угодно, хотел бы высказать слова благодарности как рядовой член СНТ вам. Низкий поклон вам за то, что вы у нас есть, за то, что вы тянете это направление на своих плечах. Ну и пожелать вам, естественно, успеха. Администрация в этом году постаралась помочь вам в решении ваших задач по максимуму. Мы насытили повестку, у нас 10 вопросов в этом году. У нас новелла, коллеги, мы работаем для вас. Мы записываем в этом году под запись все наше совещание. И потом, так же, как мы довели вам о нашем мероприятии, вы получите ссылку на наше совещание, которое будет размещено в канале YouTube. То есть мы ближе к вам становимся год от года и делаем все для того, чтобы вам было удобнее. Коллеги, повестку я уже сказал, 10 блоков, повестка будет насыщенная. Регламент, мы просим всех выступающих придерживаться от 5 до 10 минут, довести основной посыл до вас. Каждому выступающему мы просим представиться, донести информацию. Огромная просьба не вступать в дебаты и по возможности остаться до конца нашего мероприятия для личного общения. Этот формат у нас уже с вами в течение 2 лет опробован. Коллеги, которые хотят задать лично вопросы, они остаются до конца мероприятия. И здесь у нас происходит, так сказать, кружок по интересам. Коллеги, я начинаю наше совещание и предоставляю, то есть для всех выступающих алгоритм простой. Мы сейчас как калейдоскоп пойдем. Первый вопрос высвечивается на экране, следующий вопрос, следующий. Ну, мы начинаем с третьего вопроса. Это вовлечение в налоговый оборот объектов капитального строительства в 2019 году. Я приглашаю поделиться информацией заместителя министра имущественных отношений Московской области Лаврякова Юрия. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень приятно. Спасибо большое, что и меня позвали, и сами как бы нашли время подъехать. Мы с вами уже третий год встречаемся подряд. Я расскажу буквально коротко о кадастровой оценке, о налогах, связанных с этой кадастровой оценкой. Вовлечение объектов в налоговый оборот ваших регистраций, ваших садовых домов, дач, хозпостроек, в чем новизна, а она уже наступила, мы как бы это понимаем. И какую помощь мы вам сможем оказать в том, чтобы вы могли зарегистрировать свои объекты на своих земельных участках. Итак, про кадастровую оценку. Хочу сказать, она удачно у нас прошла в этом году. Впервые мы оценили всю Московскую область, все объекты, земельные участки, дома, все мы оценили. И таких объектов у нас было больше 12,3 миллиона на всей Московской области. Это впервые по новому закону. Причем благодаря тому активному участию вас, прежде всего, членов СНТ, председателей, мы проводили массовые опросы до утверждения результатов. И в результате что получилось? Что у нас на самом деле для садоводов-дачников, ну, такая приятная неожиданность, на самом деле в среднем кадастровая стоимость снизилась на 10%, 20 даже процентов, а следовательно налог на землю. Совершенно объективное снижение. Чем оно было достигнуто? Мы очень подробно проанализировали рынок земельный. С вашей помощью установили местоположение земельных участков в каждом СНТ. Таких СНТ 11 тысяч. И теперь те ошибки, которые были в предыдущей кадастровой оценке, когда у соседей, соседних участков в разы отличались кадастровые стоимости, как бы мы сейчас исключили. Практически жалоб на кадастровую оценку как нам не поступает от массово от СНТ, как это было раньше. Так что огромное вам спасибо. Потрудились вы неплохо, и мы добились с вами вместе неплохого результата. Что касается дальнейших событий. Конечно, при таком огромном количестве объектов и земельных участков и недвижимости в целом, неизбежны ошибки кадастровой оценки, что-то мы могли недоучесть. Поэтому на постоянной основе у нас, запомните, кто бы что ни говорил, у нас действует сервис, вы всегда можете обратиться и через портал госуслуг,
там специально как бы сервис такой разработан, где вы можете, не выходя из своего дома, подать заявление на ошибку кадастровой оценки, приложив необходимые копии документов, получить ответ. Сразу это попадает в бюджетное учреждение, которое проводило кадастровую оценку. Можете обратиться непосредственно к нам в Минимущество, на портал Добродел, если вам как бы не хочется ждать результата долго, поэтому и есть какая-то горячая ситуация, которую вы хотите сообщить. Теперь у нас новое появилось направление, создан центр управления регионом губернатора Московской области. Там мы тоже представлены своим топовым вопросом по центру кадастровой оценки. Теперь эта ситуация будет мониториться губернатором лично. В топе 78 вопросов в целом по Московской области. И поэтому, конечно, каждое ваше обращение будет оперативно рассмотрено и дан ответ очень оперативно, и мы действительно исправим ошибку, если такова будет. Единственное, на что хочу обратить ваше внимание, чтобы мы впустую не гоняли бумаги, обязательно указывайте минимум набор информации. Кадастровый номер объекта, земельный участок или домик ваш, причину, с чем вы не согласны, и обратную связь. Фамилия, имя, отчество, контактные данные, чтобы мы могли вам дать ответ, а не искали, кто же этот ответ как бы нам направил запрос. Вот. Так что это все работает. Одновременно с этим, если предпринимателя нет, уже тоже скажу, тоже организован электронный сервис по подаче заявления и обращения на комиссию. Это в том случае, если вы хотите установить кадастровую стоимость равной рыночной, а в массовом как бы порядке через общую кадастровую стоимость, нам установить это не удалось. Бывают такие случаи, они достаточно редкие, но тем не менее, в массовой оценке ряд параметров земельного участка, например, у нас угловатый стоит где-нибудь около оврага, мы, конечно, это учесть не могли, стоимость может быть завышена. В этом случае придется делать отчет о рыночной стоимости, тоже мы поможем, подскажем и объясним, как это происходит. Поэтому, если вдруг возникают такие ситуации, то, пожалуйста, сообщайте о них. Вам, как председателю, нам очень удобно с вами общаться, что если вдруг выясняется ошибка одного, второго человека завышена, вы нам сообщаете, мы проверяем сразу все СНТ. То есть, если вдруг мы видим, что действительно все СНТ оказалось завышенным, мы даже без лишних заявлений ваших соседей, мы исправляем весь этот пласт земли. Понятно, да? Это я к тому, чтобы вы понимали, что всегда мы отреагируем на ваши просьбы. Тоже торопиться, единственный какой момент, смотрите, налоговые платежки вы увидите по этой оценке только в 2020 году. Следовательно, сейчас вы можете посмотреть только на публичную кадастровую карту. Посмотрите, пожалуйста, ознакомьтесь с теми результатами, которые уже попали в вашу... Чтобы мы заранее могли исправить ошибки, а не тогда, когда придет уже платежка, вы увидите, будет пересчитываться налог. Вы будете нервничать, налоговый загрузим лишний раз, ну и, соответственно, мы тоже будем в неприятной ситуации находиться. Так что обратите внимание, посмотрите заранее. У вас целый год еще для того, чтобы исправить ошибку, и в налог это уже не попало в следующий. Теперь, что касается регистрации объектов. Смотрите, вам известно, мы уже говорили и в средствах массовой информации, мы с 2016 года занимаемся выявлением объектов капитального строительства, жилых домов, дач, хозяйственных построек с целью постановки на кадастровый учет. Мы неоднократно с вами общались и говорили, что наступит тот день и час, когда эта процедура регистрации права усложнится существенно. Такой момент настал. С 1 марта этого года ввелся в полном объеме закон, когда требуется теперь, чтобы все ваши домики жилого назначения, если вы хотите там прописаться и постоянно проживать, они приравнятся к индивидуальным жилым домам. Это вы знаете, наверное, да? Тем более, что прошла вот эта садово-дачная амнистия, которая как бы законовый ввелся, который позволяет теперь там постоянно проживать, иметь прописку. Следующий момент. Но это означает, что появился и другой режим регистрации права. Вы должны иметь уведомление на строительство и уведомление на ввод объекта в эксплуатацию после его строительства. Такие сервисы тоже реализованы на портале госуслуг, отработала архитектура, эти уведомления выдают органам местного управления. Вроде порядок простой, но на самом деле Московская область – та территория, где имеются существенные ограничения. У нас порядка 70% земель попадает во всякого разного рода особые зоны. Это означает, что не просто подать заявление и получить отказ. Поэтому для того, чтобы вам облегчить и дать вам в помощь, как бы провести вас по вот этим всем документам и правильно подготовить документы и не получать отказа заранее на берегу, с помощью БТИ мы открываем в Одинцовском районе, уже открыт в МФЦ специальный консультационный центр, где БТИ, наше московское БТИ, подведомственное учреждение Московское областное, дает вам рекомендации, консультации о том, какие нужны документы, как эти документы правильно направить и куда обратиться. Причем консультации бесплатные.
понимаете, да, о чем речь идет. Вот. Единственное, что сейчас мы планируем, что все-таки это будет единый сервис, система одного окна. Потому что законодательство позволяет уже органам самоуправления, не вы самостоятельно подаете заявление на постановку на учет, а если получили уведомление, разрешающее вам ввести в эксплуатацию объект, то уже органами самоуправления сами подают заявление от вашего имени на постановку на кадастровый учет и регистрацию права. Поэтому мы хотим сейчас уже, находимся на пути разработки такого единого сервиса, где вы можете один раз зайти обратиться, и уже, как говорится, там будет проводиться работа, вам только придется там какие-то услуги коммерческого назначения оплачивать, потому что они общерыночные эти услуги, и мы вас доведем как бы до регистрации права полностью. Вот поэтому как бы уже заранее рекламирую, следите за информацией, мы обязательно будем о ней рассказывать, обязательно мы такой сервис запустим в самое ближайшее время, чтобы вам облегчить жизнь по регистрации права. Второй момент. Ну, для тех владельцев и собственников земельных участков, которые не хотят регистрировать свои объекты, да, уклоняются, закон сегодня как бы начинает уже переходить в другую плоскость, жесткости. То есть там сейчас появляются процедуры, посмотрите, это поправки в градостроительный кодекс, в земельный кодекс, в этот самый, в гражданский кодекс, где если собственник не регистрирует по определенным процедурам, там оговариваются эти процессы, то в судебном порядке можно добиться сноса объекта, вплоть до продажи земельного участка и компенсации вот этих условий сноса, которые муниципалитет осуществит по решению суда. То есть вы можете в перспективе расстаться с земельным участком. Норма тяжелая, жесткая, конечно, не хочется доводить до этого, но сами поймите, что такая процедура вполне возможна, вполне вероятна. Поэтому сегодняшний день уже ужесточились как бы условия регистрации права. Обратите, пожалуйста, внимание и своих как бы садоводов доведите до их сведения, что такая ситуация существует. Еще один момент, с которым мы столкнулись, вы можете столкнуться. Поэтому сразу сигнализируйте нам, ну, каким образом вы знаете. У нас есть исполнительные группы, есть администрация, непосредственно люди, которые с вами контактируют. Какие вещи? Вдруг регистрационная палата начала отказывать в регистрации хозяйственных построек без основного здания. Сейчас мы разобрались, Минэкономразвитие выпустило разъясняющее письмо, что там особо надо сделать, особым образом сделать технический план, уже непосредственно профессионально, как это делается. Такие постройки регистрируются. Но ходит законопроект, уже он внесен в правительство, может быть, даже в весеннюю сессию он выйдет, по которому вообще-то хозяйственные постройки откажут в регистрации, и они будут числиться как объектами, улучшающими земельный участок. Что это означает? Это означает, что если у вас не будет основного строения, будет пустой объект, то в принципе вы даже из аренды при наличии там арендных отношений вы не сможете эти объекты зарегистрировать как объекты недвижимого имущества, и у вас только остается пустой кусок земли. То есть понятно, что такие случаи возможны, обратите на них внимание. Я к чему все это клоню? Что пока еще существует возможность зарегистрировать хозяйственные постройки, они регистрируются также по упрощенному порядку, просто достаточно технического плана, декларации и подачи заявления на кадастровый учет и регистрации. БТИ вам об этом всем расскажет. Еще один важный момент, который беспокоит всех садоводов и дачников, мы не первый раз проводим такие встречи, есть такое понятие, как перевод. У нас с вами все садовые дома были, как они обозначались? Это садовый дом жилого назначения, жилая постройка с назначением нежилое. Что это означает? То есть на сегодняшний день вот прописаться на даче и превратить эту садовую постройку жилого назначения в жилой дом требуется определенным порядком это производить. Понятно, да? Поэтому мы тоже точно так же, мы с БТИ Московской области отработали технологию, порядок, как через экспертное заключение, через муниципалитет превратить вот эту вот временную постройку жилого назначения в индивидуальный жилой дом. То же самое, если у вас такая уже необходимость существует, вы решили свое временное проживание превратить в индивидуальный жилой дом на садовом участке, то, соответственно, то же самое рекомендую туда обратиться. Сейчас я не буду останавливаться подробно, как это делается. Ну, на самом деле, там делается экспертное заключение. И если все там нормально и соответствует нормативам для индивидуального жилого дома, то администрация дает разрешение, и вы, соответственно, переводите этот объект, делая соответствующие изменения в Росреестре. Если нет, то приходится шагать там судебным порядком и, соответственно, узаконить этот объект через суд. Сложная, неприятная процедура, но тем не менее другого пока не дано. И последнее, на чем я хотел остановиться. Наверное, вы знаете, что мы тоже, Московская областная дума приняла участие, на самом деле партии
«Справедливая Россия» внесен законопроект, и он уже пошел в Государственную Думу, о продлении дачной амнистии на год. Ну, моя точка зрения, что маловероятно, что сейчас как бы вдруг решат эту процедуру продлевать. Почему? Потому что вроде уже законы заработали, да? Но, тем не менее, закон внесен и будет рассматриваться в весеннюю сессию. Я к чему клоню? Что теперь у нас пошло такое поветрие. Ах, разнесен закон, сейчас сотрудник дачного места, можно опять благоденствовать. Ничего подобного. Я советую вот это время, пока законопроект там где-то ходит, все-таки начинать двигаться по пути регистрации узаконивания своих домов. Потому что что будет дальше, неизвестно. Скорее всего, что будет ужесточение налоговых платежей. Безусловно, будет все равно нарастать санкции на объекты, которые не зарегистрированы на признании их самовольными постройками. Приятная вещь какая? Ну, правда, у нас в Московской области уже льготы эти действуют. Но сейчас в налоговом кодексе опять вносятся поправки. Мне кажется, уже чуть ли не уже последнее слушание было. Не отслеживал, наверное, уже было третье уже слушание. Уже то же самое вводится для многодетных льгота, по-моему, 6 соток, как для пенсионеров, льгота на освобождение земельного налога. Для пенсионеров уже с этого года тоже действует, даже с прошлого налогового периода, действует льгота, уменьшающая налоговую нагрузку на 6 соток. Тоже вам известно, я просто повторяюсь. Обратите внимание, что вот эти как бы вещи существуют, и у нас с вами на территории Одинцовского района еще остались несколько, наверное, сейчас уже будут пересматривать, да, решение совета депутатов, где там полностью освобождали пенсионеров, которые больше 10 лет проживали на территории своего пункта. Но, скорее всего, что эта норма будет отменена, потому что все вот приведено к единообразию. Вот все, что я хотел сказать в основном. Единственное, что если какие-то есть вопросы и сложные ситуации, пожалуйста, пишите нам. Вот, собирайте информацию от своих членов садоводческого товарищества. И точно так же, как мы с вами проводили работу в прошлом году, сейчас начинается дачный сезон, огромная просьба опять отработать со своими садоводами, дачниками, разъяснить им порядок и точно так же рассказать, мы дадим на полностью информацию, рассказать о том, что сегодня происходит с законодательством, почему надо регистрировать дома. Спасибо. Добрый день, уважаемые друзья. Я начальник охраны общественного порядка Межмуниципального управления МВД России. Я начальник управления охраны общественного порядка Межмуниципального управления МВД России, подполковник полиции Шевченко Андрей Евгеньевич. Я хотел бы остановиться на набирающий, скажем так, рост мошеннических действий, которые будут прогнозировано у нас увеличиваться в период весенне-летнего периода. Мошенники могут действовать различными способами. Я перечислю только наиболее распространенные, на которых, к сожалению, и до сих пор у нас попадаются доверчивые люди. Прежде всего, это визит домой под видом представителей государственных организаций, пенсионного, например, пенсионный фонд, социальная служба, под предлогом замены счетчиков. Я сразу буду назначать здесь профилактические меры. Запомните, что у каждого сотрудника госструктуры имеется удостоверение. У него есть телефон дежурной части экстренной службы, где вам могут подтвердить о том, что да, действительно данный сотрудник у них существует по направлению пенсионного фонда, либо социальной организации, он осуществляет обход того либо иного поселения. Наиболее распространенными являются мошенничество через телефонные звонки. Летний период, он позволяет, вернее, он характеризуется тем, что многие уезжают на дачи, не имеют постоянного контакта с близкими, родными, которые остаются в городах, что позволяет мошенникам этим воспользоваться. Звонки от имени родных, близких с просьбой оказать финансовую помощь при совершении ими там преступлений, либо происшествий. Потом предлагается вариант о том, что нужны откупные, это мошенники. Первым делом зафиксируйте телефон, сообщите об этом сообщении в дежурную часть. При возможности созвоните своими родными и близкими, уточните обстоятельства. Также у нас сейчас у всех гаджеты, поэтому все вы получаете, большинство из вас, смс-сообщение о том, что вы выиграли участие, и вам могут просто так
дать денежные средства, либо ценные призы. У нас такие акции не проводятся. Еще одним видом преступления является предложение выгодно приобрести какие-либо товары. Продукты питания, лекарства, средства бытовой химии, техники. Преступники предлагают пожилым людям лекарственные средства. При этом, как правило, они обладают достаточным знанием медицинской образования, в полной мере владеют специальной терминологией, используют соответствующую аббревиатуру, что вводит в заблуждение. Это тоже является одним из наиболее распространенных видов мошенничества. Теперь я хотел бы обратиться к вам, чтобы вы довели до всех своих жителей по тем мерам, которые необходимо принимать, чтобы этот весенне-летний период прошел радостно для вас без всяких происшествий. Анализ преступлений, совершаемых в том числе и в СНТ, показывает, что одним из самых распространенных видов преступлений, совершаемых в СНТ, является кража из домовладения. Нередко участниками данных преступлений выступают нелегальные мигранты. Зачастую эти же мигранты проживают и, так сказать, трудоустроены непосредственно на ваших земельных участках. Ваш сосед пригласил подработать гражданина из Средней Азии. Днем он копает ему огород, вечером он присматривает квартиры, дома наиболее подходящие, вычисляет момент вашего отсутствия, в результате вы возвращаетесь к себе в дом, где отсутствует все. Основным признаком может быть: ни один преступник у нас не ходит теперь пешком. Постороннее транспортное средство на территории ваших СНТ – это прежде всего основание обратить на него внимание, зафиксировать его госномер, сообщить своему участковому. И вообще своевременное информирование участкового уполномоченного о посторонних лицах может быть гарантировать вам спокойную жизнь. Участковый приедет проверить документы данного гражданина, законность его пребывания. Поверьте, что если сотрудник даже и вынашивает преступный замысел, если он знает, что его данные уже находятся в базе участкового, то он будет вынужден отказаться от своих преступных намерений в отношении ваших жильцов. Еще один блок – это противодействие наркомании. Неоднократно выявлялись факты культивирования конопли в теплицах, в домах, в подсобных помещениях. Основными признаками наличия нарколаборатории это является увеличенное в разы количество потребляемой электроэнергии, закрытые окна как днем, так и ночью, наличие освещения в течение всей ночи. Это является основанием для того, чтобы забеспокоиться и проинформировать участкового по таким фактам. Еще один блок – это безопасность дорожного движения. Летний период дети приезжают отдыхать на даче. И бич этого времени у нас дорожно-транспортное происшествие именно с несовершеннолетними, которые у нас разъезжают на скутерах. И еще одно – это пьяные водители. Считается, что у себя на даче я хозяин, рюмка – это ничего, рюмка – это враг. Поэтому, если вам известны факты управления транспортным средством, водителем, находящимся в нетрезвом состоянии, обезопасьте себя. Сообщите информацию в дежурную часть. Поверьте, что лишним этого не будет. Вся информация о телефонах и участковых, которые обслуживают ваши СНТ, должны находиться на видных местах, чтобы каждый житель вашего СНТ знал, где ему подойти, ознакомиться с телефоном дежурной части, с телефоном участкового. Это моя личная просьба. Если у кого данная информация отсутствует, обращайтесь в свои территориальные подразделения полиции. Данная информация вам будет предоставлена. Спасибо за внимание. Добрый день, уважаемые коллеги. Я являюсь заместителем начальника отдела надзорной деятельности по Кузнецовскому району.
Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Московской области, Государственный пожарный надзор. Я сейчас доведу до вас статистические данные за первый квартал 2019 года и требования, которые мы должны будем выполнить, чтобы весенне-летний пожароопасный период у нас прошел без трагедий. В первом квартале 2019 года на территории района произошло 108 пожаров. При этом погибло 3 человека, получили травмы 6 человек. Основная масса пожаров приходится на жилой сектор. Наибольшее количество пожаров произошло в жилых, дачных, садовых домах, подворных постройках и прочих зданиях жилого сектора. Основными причинами сложившихся пожаров являются неосторожное обращение с огнем, неправильная эксплуатация печного отопления, электрооборудование, разведение открытого огня на придомовой территории, пал сухой травы, а также детская шалость. Затрудняет тушение пожара следующие негативные факторы. Отсутствие возможности подъезда пожарной техники к месту пожара, отсутствие пожарных гидрантов и пожарных водоемов, их большая удаленность и невозможность подъезда или забора воды, а также близкое расположение внутридворовых построек. Учитывая изложенное, для соблюдения требований законодательств Российской Федерации необходимо организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий, а именно установить и поддерживать в исправном состоянии звуковую сигнализацию для оповещения людей о пожаре, обеспечивать гарантированную связь со службами экстренного реагирования охранников и лиц, осуществляющих круглосуточное дежурство на территории СНТ, на территории объекта, обеспечить наличие пожарного инвентаря и запасов воды для цели пожаротушения, выполнить очистку объекта от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, в том числе в пределах противопожарных расстояний между домов и построек, это на территории 10 метров, создать минерализированные полосы и противопожарные разрывы на территориях, прилегающих к лесным участкам, организовать на время пожароопасного периода наличие на земельных участках, где расположены жилые дома, емкостей, бочек с водой или огнетушителей. Также запрещается на территории, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам и объектам садоводческих, дачных, некоммерческих объединений, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. На территориях поселений также запрещается устраивать свалки горючих отходов, используя противопожарные расстояния между жилыми зданиями и сооружениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки автотранспорта и строительства, установки зданий и сооружений, а также для разведения костров и сжигания сухой травянистой растительности. Остановлю внимание при использовании печного отопления. При использовании печного отопления необходимо осуществить проверку и ремонт печей, котельных и других теплогенераторных установок и каминов. Проводить очистку дымоходов, печей и каминов от сажи не реже 1 раза в 3 месяца для отопительных печей, 1 раза в 2 месяца для печей и очагов непрерывного действия и 1 раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной топки. Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок, отступок от горючих конструкций, а также без притопочных листов, изготовленных из негорючих материалов, размерами не менее 0,5 на 0,7 метра. Прошу обратить внимание, что при проведении ремонтных работ, дорог и подъездных путей, связанных с их закрытием, руководитель организации, председатель садоводческого некоммерческого товарищества, обязан предоставить подразделению пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечить установку знаков, обозначающих направление объезда, или устроить переезды через реконструируемые участки дорог. Напоминаю, что на территории Московской области с 10 апреля по 1 ноября 2019 года определен летний пожароопасный период, а с 1 мая 2019 года для предотвращения природных и лесных пожаров планируется введение особого противопожарного режима, при котором будут установлены дополнительные требования пожарной безопасности. А это привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов, а это увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализированных полос и подобные меры. Также будет осуществлено введение запрета на разведение костров,
проведения пожароопасных работ на определенных участках. Также силами Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона, органам местного самоуправления, сотрудниками полиции, с привлечением добровольцев, волонтеров и других заинтересованных организаций будут организованы, и сотрудников лесхоза, будут осуществлены патрулирование по 8 ранее разработанным маршрутам. При выявлении нарушений требований пожарной безопасности правонарушителям будут применяться меры административного воздействия в виде штрафа. А именно, нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц от 50 до 200 тысяч рублей. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесным, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, влечет наложение административного штрафа на граждан от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 15 до 25, на юридических лиц от 150 до 250 тысяч рублей. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Помните, что разведение открытого огня, сжигание сухой травянистой растительности и мусора может привести к возникновению пожара, в результате которого огнем будут уничтожены лесные насаждения и расположены непосредственно в близости строения дачных домов. Все мы помним жаркое лето 2010 года, когда в результате пожаров выгорали целые населенные пункты. Люди оставались без крыш над головой и средств для существования. В Хакасии в результате пожаров огнем было уничтожено более 2000 домов. Телефон для справок, телефон горячей линии, запишите, пожалуйста, 8-495-593-1243. Спасибо за внимание. Добрый день. Меня зовут Мартынов Виктор Сергеевич. Я являюсь начальником отдела организации лесной охраны Звенигородского филиала ГКУ ММС «Облес». Для начала хотел привести некоторую статистику по лесным пожарам, которые произошли на территории Одинцовского района в 2018 году. В конце августа прошлого года собирающие в лесу ягоды граждане вблизи деревни Михайловская бросили непотушенный окурок, вследствие чего произошло возгорание, ветер мгновенно раздул огонь. К счастью, лесной пожар удалось ликвидировать день обнаружения. В результате лесного пожара выгорело порядка 17 гектар молодого хвойного леса. 9 из 10 лесных пожаров случаются из-за человеческого фактора. Всему виной наплевательское отношение граждан к правилам пожарной безопасности в лесах. Напоминаю, что со дня схода снежного покрова и до установления устойчивой дождливой осенней погоды в лесах запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок, неочищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. Также запрещается бросать горящие спички, окурки, стекло, засорять леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором, выжигать сухую траву. Особое внимание хочу уделить исполнению пункта 9.1 правил пожарной безопасности в лесах, который звучит следующим образом. В период со дня схода снежного покрова и до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица, независимо от их организационно-правовой формы и форм собственности, крестьянские и фермерские хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пажневых остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее полуметра или иным противопожарным барьером.
Данную информацию прошу донести до каждого члена СНТ, либо садового товарищества, кооператива, чьи участки прилегают непосредственно к лесу. Также в период с 15 апреля по 17 мая 2019 года с Звенигородским филиалом ГКУ ММОС «Облес» на основании приказа Комитета лесного хозяйства Московской области будет проводиться контрольно-профилактическое мероприятие за соблюдением обязательных требований в лесах под названием «Смежник». В рамках проведения вышеуказанного мероприятия сотрудниками Звенигородского филиала будет проводиться обследование границ земель лесного фонда на предмет исполнения собственниками, пользователями смежных с лесом земельных участков мероприятий, предусмотренных пунктом 9.1 правил пожарной безопасности в лесах. В случае выявления нарушений виновные лица будут привлекаться к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Также в целях профилактики повышения пожароопасной обстановки в лесах дачным садоводческим товариществам, кооперативам необходимо разместить противопожарные агитационные материалы на своих информационных стендах. В 2019 году Звенигородским филиалом также запланировано проведение ежегодных контрольно-профилактических мероприятий за соблюдением обязательных требований в лесах, таких как майские праздничные дни, дачник, места массового пребывания и отдыха граждан в лесах, линейные объекты. Добрый день, меня зовут Новоселов Евгений Олегович, начальник отдела муниципального контроля сельского хозяйства и охраны природы администрации Одинцовского района. В 2018 году совместно с Министерством сельского хозяйства Московской области и Одинцовским районом начата программа большая по борьбе с борщевиком сосновского. Как вы все знаете, это такой очень вредный сорняк, ядовитый, очень, который легко приживается, дает семена, разрастается и распространяется, который потом очень сложно вывести. Вот. А в свое время этому вопросу не уделялось должное внимание, что привело к зарастанию достаточно больших площадей по району и вообще по области. Ну, в настоящий момент по результатам мониторинга больше 90 гектар, примерно одинаковая пропорция по частным землям и по муниципальным землям. Вот. В этом плане Одинцовский район является достаточно благополучным, потому что смежные районы почти все наши дальние, Можайск и так далее, там, Руза, Истра, они в гораздо большей степени заросли борщевиком, то есть, ну, в Можайске порядка 5000 гектар, вот вы сравните, да, какая площадь у нас и какая у них, конечно, им, нам гораздо проще будет бороться, и мы раньше его победим, я уверен в этом. Вот, выделяются соответствующие субсидии, ну, как бы и органам местного самоуправления, Министерством сельского хозяйства для борьбы с этим опасным сорняком. Вот, программа рассчитана на 3 года, и вместе с тем хотим вас попросить, в том числе на индивидуальных участках, у кого они есть, допустим, у кого есть борщевик, ну, я думаю, вы все прекрасно знаете, или, там, допустим, проведете какой-то мониторинг, узнаете и доведете до членов своих садоводческих товариществ эти требования закона о необходимости борьбы, чтобы не допустить распространения и на ваших участках, чтобы он не перекинулся на соседние участки, на земли общего пользования, дальше в леса и там по обочинам дорог. Дальше, способы борьбы с ним. Есть, ну, как бы 3 основных способа борьбы. То есть это механический и агротехнический, да, то есть это метод маскашивания, дискования почвы, чтобы уничтожить и корни его, и сами побеги, пока они еще не вступили в активную стадию, не набрали рост, не зацвели и не дали семена. Дальше есть химический способ с применением различных гербицидов, которые уничтожают борщевик сосновского и не дают ему также набирать силу и размножаться. Максимальный эффект достигается применением обоих этих способов, и механического, агротехнического, и химического. Вот.
есть, соответственно, ограничения, да, ну, как бы, если говорить про садовые участки, да, там, в принципе, можно, ну, аккуратно применять и тот, и другой способ. Химический, конечно же, лучше. То есть он не позволяет этому растению набрать силу. И вместе с тем это надо проводить системно, ну, на протяжении там зависимости от там, факта произрастания, да, может быть, и за год вы его изведете, а может быть, ну, то есть 2-3 года нужно планомерно и системно с ним бороться. Тогда можно достигнуть результата. Администрации также и на землях муниципальной собственности, на землях общего пользования. Вот, в этом году будет проведено соответствующее мероприятие. Постараемся по максимуму его уничтожить. Вот, и, то есть мы 3 раза в год в соответствии с календарем, да, то есть мы обрабатываем все это дело, скашиваем, проводим контроль результативности. Ну, то есть 3 этапа будет. Вам, соответственно, ну, я думаю, так не надо, ну, а мы будем с ним бороться именно таким способом. Ну, как бы в календаре вы видите, как мы планируем это делать, можете таким же образом придерживаться этой периодичности для достижения максимального результата. Вместе с тем, у нас есть еще в прошлом году закон о благоустройстве, приняты изменения, введена административная ответственность за такие правонарушения. Вот. Если у нас нерадивые там землепользователи, и юридические лица, и физические лица, длительное время, мы понимаем, что он не разрастается, да, в течение там даже года-двух, да, то есть если системные участки там не обрабатываются, не используются и допускаются такое зарастание, то предусмотрена административная ответственность. На юридических лиц она достаточно большая. Чтобы побудить землепользователей более бережно относиться к их своей земле и не допускать произрастания этого опасного сорняка, вот, который, как вы уже все знают, то есть он и опасен и для человека чисто физически, то есть может наносить соответствующие ожоги, тем более в летнее время, когда там на пикниках и так далее, на своих дачах, вы там выходите в лес, где он произрастает, ну, много случаев, можно получить достаточно серьезные ожоги, вот, от которых потом будет сложно избавиться. В общем и целом у меня все. Призываю еще раз совместно бороться с брюшевиком, и мы его вместе искореним. С клещами это второй вопрос. Он тоже так у нас стоит на повестке дня, но мы его потом с вами обсудим в конце дня, в конце совещания, если вы останетесь. Спасибо, Евгений Олегович. Коллеги, переходим к блоку налоговых вопросов. Тогда я прошу наших коллег с налоговой службы одним за другим при появлении вашего вопроса. Хорошо? Пожалуйста. Сошникова Алина Александровна, начальник отдела имущественных и ресурсных налогов. В своем докладе мне бы хотелось остановиться на основных изменениях в налоговом законодательстве по имущественным налогам в 2019 году. В первую очередь, это вопрос, касающийся переоценки объектов недвижимости. В 2018 году в регионе, принявшем решение о переходе к проведению кадастровой оценки по правилам, установленным 237-м федеральным законом о государственной кадастровой оценке, были утверждены новые результаты кадастровой оценки. Они были приняты актом номер 15-ВР-1633. Ознакомиться с результатами переоценки можно на сайте Министерства имущества или на публичной карте Росреестра. Начало применения кадастровой стоимости для налогообложения недвижимости определяется датой вступления в силу этого акта, независимо от даты внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости. Таким образом, результаты переоценки недвижимости, утвержденной в 2018 году и внесены в ЕГРН на основании акта субъекта, вступившего в силу 1 января 2019 года, применяются для исчисления налога на имущество организации земельного налога физических и юридических лиц за налоговый период 2019 года.
Исходя из вышеизложенного, за 2018 год будет применен тот же тур кадастровой оценки, что и был в 2017 году. То есть налоговые уведомления, которые вы будете получать в этом году, они не будут существенно изменять, по земельному налогу не будут существенного изменения. Все существенные изменения, о котором говорил представитель Минимущества, будут только в 2020 году, то есть за налоговый период 2019 года. Также следующим вопросом хотелось бы остановиться на льготах для граждан предпенсионного возраста. Понятие предпенсионного возраста было введено в России с 2019 года. Законодательно этот термин закрепили в процессе обсуждения пенсионной реформы в 2018 году. По новому закону предпенсионным считается возраст за 5 лет до наступления срока выхода на пенсию, в том числе и по льготным основаниям. В части налоговых льгот предпенсионеров приравняли в правах к пенсионерам. Это часть социальных гарантий для тех, кто будет вынужден проработать еще несколько лет вместо того, чтобы выйти на заслуженный отдых. По сути, налоговые льготы будут теперь устанавливаться не для пенсионеров по возрасту, а для женщин, которые старше 55 и мужчины, соответственно, 60 лет. Они могут рассчитывать на федеральные льготы, предоставленные до 2019 года пенсионерам. То есть по земельному налогу это вычет 6 соток и освобождение от имущественного налога по одному объекту каждого вида недвижимости. Для использования права на льготу в налоговом периоде 2019 года лицам предпенсионного возраста в течение 2019 года необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию с заявлением и предоставлением документов оснований, выданных Пенсионным фондом России. Следующим вопросом будет налоговые льготы в отношении многодетных семей. Государственная Дума в третьем чтении приняла закон, который вводит дополнительные налоговые вычеты для лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. Эти налоговые льготы позволят, первое, уменьшить земельный налог на кадастровую стоимость 6 соток от земельного участка, а также уменьшить налог на имущество физических лиц на кадастровую стоимость 5 квадратных метров от площади квартиры, комнаты или ее части и 7 квадратных метров площади жилого дома. Физические лица, данные о количестве детей, которые отсутствуют в налоговом органе, могут обратиться в любую инспекцию для предоставления льготы. Заявление можно подать до 1 июня 2019 года, то есть до начала массовых расчетов 2018 года. Добрый день, Жаворонкова Анна Геннадьевна, начальник отдела урегулирования задолженности. На сегодняшний день одной из основных проблем является взыскание задолженности по налогам и сборам. Общая сумма задолженности в консолидированный бюджет Московской области по Одинцовскому муниципальному району по состоянию на 1 января 2019 года составила 7 миллиардов. По сравнению с 1 января 2018 года задолженность в целом снизилась на 1,1 миллиардов рублей или 13,6%. Задолженность по имущественным налогам физических лиц по состоянию на 1 января 2019 года составила 2 миллиарда 421 миллион рублей, или 34,3% от общей суммы задолженности в консолидированный бюджет Московской области Одинцовского муниципального района. Снижение задолженности по имущественным налогам в целом за 2018 год составило 960 миллионов рублей. Задолженность в местный бюджет составила 2,4 миллиарда рублей, или в сравнении с уровнем начала года уменьшилось на 549 миллионов рублей, или 18,4%. В целях эффективного взыскания задолженности главой администрации Одинцовского муниципального района Андреем Робертовичем Ивановым и руководителем управления ФНС России по Московской области Екатериной Викторовной Макаровой разработан и утвержден совместный план мероприятий по повышению в 2018 году эффективности урегулирования задолженности по налогам и сборам в консолидированный бюджет Московской области по Одинцовскому муниципальному району. На основании данного плана, кроме мер принудительного взыскания, установленных налоговым кодексом, применяемых инспекцией на постоянной основе, в соответствии с законодательством утверждены мероприятия по взысканию задолженности, проводимые совместно со службой судебных приставов, органами
Росреестра, ГИБДД, ФМС и органами местных администраций. Для достижения снижения задолженности хотелось организовать взаимодействие между налоговым органом и непосредственно самими товариществами. В первую очередь, погашение задолженности самих СНТ и ДНТ, как юридических лиц. Так, задолженность в целом по СНТ по состоянию на 1 апреля 2019 года составляет 35,6 миллионов рублей. Инспекции применены все меры принудительного взыскания, предусмотренные налоговым законодательством, однако данная задолженность не погашена. По ДНТ задолженность составляет 226 миллионов рублей. Инспекция призывает прежде всего своевременно и в полном объеме уплачивать налоговые платежи. При необходимости в случае разногласий проводить сверку расчетов с бюджетом. Рассмотреть вопрос о предоставлении списков в электронном виде или на бумажном носителе физических лиц, являющих членами товариществ, с целью анализа и установления должников по имущественных налогов у членов СНТ. Также информирование членов товариществ о необходимости погашения задолженности по налогам и сборам. Способы уплаты данных задолженности посредством личного кабинета, через мобильное приложение, также через сайт налог.ру, сервисов уплаты налогов, страховых взносов физических лиц, уплаты налогов третьими лицами, также обращение в инспекцию, в отделение банки. Благодарю за внимание. Доклад окончен. Заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной ФНС России номер 22 по Московской области Барышева Светлана Владимировна. Итак, что же такое налог на профессиональный доход? Налог на профессиональный доход – это новый специальный налоговый режим, который можно применять с января этого года. Согласно проекту, самозанятым гражданам придется уплачивать налоги. Закон рассчитан на 10 лет, и на сегодняшний день он действует в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. То есть самозанятые должны осуществлять деятельность в этих регионах. В добровольном порядке воспользоваться этим режимом смогут те физические лица и индивидуальные предприниматели, кто не имеет наемных работников, производит и продает товары, оказывает услуги, а также получает доход от использования имущества, зарабатывая на этом не больше 2,4 миллионов рублей в год. Какие виды деятельности или оказания услуг подходят под новый спецрежим? Например, если самозанятый торгует изделиями ручной работы, выпекает на заказ кондитерские изделия, занимается репетиторством, осуществляет ремонт, перевозит грузы и занимается частым извозом пассажиров, нянчит детей, соответственно, за определенную плату и другие сферы деятельности. Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые перейдут на новый спецрежим, смогут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по ставке 4%, если самозанятый реализует товар или оказывает платные услуги физическому лицу, или 6%, если же потребитель – юридическое лицо или ИП. В эту сумму уже включены отчисления в фонд обязательного медицинского страхования. Самозанятые также могут иметь право на социальную пенсию по старости, если добровольно будут уплачивать взносы на обязательное пенсионное страхование в любом размере. Важно также отметить, что самозанятый не вправе совмещать налог на профессиональный доход с иными системами налогообложения. Соответственно, при переходе на уплату налога на профессиональный доход индивидуальный предприниматель обязан в течение одного месяца уведомить налоговые органы о прекращении применения иных режимов налогообложения. Итак, как же зарегистрироваться в качестве самозанятого? Регистрация занимает несколько минут. Заполнять заявление на бумаге не нужно. Также можно зарегистрироваться через уполномоченный банк или личный кабинет налогоплательщика. Но проще всего это сделать, если можно скачать приложение «Мой налог». Иностранные граждане тоже могут применять специальный налоговый режим. Но не все иностранцы, а только граждане стран, входящих в Евразийский экономический союз – Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии.
Самозанятому при произведении расчета за реализацию товара, работ, услуг необходимо указать покупателя при формировании чека в приложении «Мой налог» для правильного исчисления налога на профессиональный доход по ставке 4 или 6%. Самостоятельно ничего считать самозанятому не нужно. Налоговый орган уведомит налогоплательщик через мобильное приложение «Мой налог» не позднее 12 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода, с оказанием реквизитов, необходимых для уплаты налога. Налоговым периодом является календарный месяц. Уплата налога на профессиональный доход осуществляется не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. В соответствии с федеральным законом 422, лицам, применяющим специальный налоговый режим, будет предоставлен налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей. Налог на профессиональный доход можно платить, пока сумма дохода нарастающим итогом в течение года не превысит 2,4 миллиона рублей. Ограничения по сумме месячного дохода нет. Сумма дохода контролируется в приложении «Мой налог». После того, как доход превысит указанный лимит, налогоплательщик будет платить налоги, предусмотренные другими системами налогообложения. Запрещено совмещать режим «налог на профессиональный доход» с другими налоговыми режимами. Если есть необходимость применить одну из этих систем, нужно сначала сняться с регистрации в качестве самозанятого. Онлайн-кассу самозанятому приобретать нет необходимости. Ее функции выполняет приложение «Мой налог». Деклараций и других бланков отчетности по налогу на профессиональный доход сдавать не требуется. Но важно строго и правильно вести учет, чтобы налоговые органы могли посчитать налог к уплате. При желании закончить самозанятость необходимо направить заявление через «Мой налог» или через банк. День направления заявления будет считаться последним днем работы самозанятого. Более подробную информацию о новом налоговом режиме можно узнать на сайте Федеральной налоговой службы России в разделе «Как стать плательщиком налога на профессиональный доход». Спасибо за внимание. Всем добрый день. Меня зовут Русинова Наталья Сергеевна, главный экономист АО «Россельхозбанк». Сегодня я вам расскажу кратко о самых важных 9 пунктах, в которых в максимально доступной форме изложены изменения дачного законодательства в соответствии с новым законом 217 ФЗ. Дачных земельных участков и дачных домов, а также дачных кооперативов, партнерств и товариществ с 1 января 2019 года не существует. Они приравниваются к садовым участкам, жилым или нежилым домам на садовых участках и садоводческим, некоммерческим товариществом, соответственно. Если у вас в документах указано дачный участок или дачный дом, переоформлять это не нужно. Далее. При вступлении в члены садоводства теперь с вас не вправе требовать уплаты вступительного взноса. Если вы садовод, который не состоит в членах СНТ и тому подобного объединения, то раньше вы не имели права голосовать на общем собрании, а теперь имеете право обсуждать и голосовать по вопросам, которые влекут для вас финансовые затраты. Следующее – это то, что садовода нельзя брать деньги за приход и проезд к своему участку по территории своего садоводства. Теперь вы будете собственником земельного участка по дорогам, собственником сооружений и оборудования общего пользования. Но для этого нужно принимать решение на общем собрании, а затем зарегистрировать право общей долевой собственности пропорционально площади вашего участка. Мы ответим на данный вопрос, спасибо, чуть позже. Теперь дороги, объекты электросетевого хозяйства, водоснабжение, связи и другие объекты по решению общего собрания можно передать в государственную или муниципальную собственность.
вы можете строить жилой или садовый дом, не получая разрешения на строительство на садовом участке, и можете строить никакого дома на огородном земельном участке. Но если до 1 января 2019 года вы зарегистрировали право собственности на капитальное строение, и раньше было разрешено его возводить, то это решение остается, безусловно, в силе. Все взносы теперь нужно платить только перечислением на расчетный счет садоводства и огородничества. Если вы еще не приватизировали свой участок и являетесь членом садоводства, то можете это сделать до окончания 2020 года. По закону, который вступил в силу в январе, все расчеты СНТ планируются производиться только через банк. Оплата наличными не допускается. Банк и уполномоченного для открытия в нем счета дачники должны выбрать простым большинством голосов. Будет два вида взноса. Членские взносы, то есть это на текущие расходы, и целевые на улучшение и развитие инфраструктуры. Как раз таки вот наш банк и другие банки предлагают бесплатное открытие и ведение расчетных счетов. И контакты представлены на слайде. Вы можете их себе записать. Мы рады будем с вами сотрудничать. Добрый день. Если собственность зарегистрирована уже за СНТ как юридическим лицом, соответственно, переоформлять ее в долевую не нужно. Меня зовут Хакимова Динара, я ведущий юрист Союза садоводов России. Мы оказываем бесплатные консультации, ну, вообще по Московской области, по всей. Можете записать телефон приемный 8-499-404, префикс 499. 404-0809. Давайте еще раз. 8-499-404-0809. Ну, конечно, да. Союз садоводов России. Да, можно прямо сейчас начинать. Значит, Союз садоводов России. Да, мы, естественно, ведем полностью бесплатную консультацию, в том числе, ну, как бы и законодательные все акты, но огромным занимаемся спектром вопросов по садоводам. Как уже вам здесь анонсировали вкратце, ну, так как все-таки это сотрудник банка, а не, ну, не юрист. Поэтому, действительно, если по 217 федеральному закону, то перво-наперво, значит, по поводу уставов, буду очень кратко, так как времени действительно мало, по поводу уставов, обязательного смены уставов у нас не требуется. В соответствии только если вам действительно хочется, я как юрист, конечно, бы рекомендовала это делать, потому что 217 федеральный закон подразумевает большое количество изменений, и пользоваться ими очень можно удобно. Например, такие как очно-заочное голосование, наверное, вы слышали, да, у нас появилось один из видов. Значит, уполномоченных у нас нету, не знаю, есть ли у вас они в принципе. Да, но если в уставе у вас есть уполномоченные, данное положение работать не будет. Не надо заключать договора с индивидуалами, если эти положения есть в уставе, тоже не работает. Индивидуалы будут платить, но уже по судебной практике они платят абсолютно в таком же размере, как и члены. Это кратко, очень кратко. По доверенностям. Значит, на собраниях вы можете использовать не только нотариальные доверенности, как очень, ну, такая распространенная сейчас информация в СМИ, что теперь должны быть только нотариальные доверенности. Нет. Доверенности могут быть в простой письменной форме. Чтобы не злоупотребляли ваши члены, рекомендуем все равно заверять их председателем. Да, это впоследствии может сыграть хорошую роль, потому что большое количество людей может прийти просто с письменными доверенностями, вы не сможете, естественно, отследить их легитимность. Значит, еще такой тоже вопрос, который всех волнует, можно ли брать деньги на ум? Нет, нельзя. 861 статья, которую тоже вы все, наверное, читали в интернете везде, Гражданского кодекса, это общие нормы, 217 федеральный закон является специальным законом, и поэтому по горизонтальной иерархии он занимает главенствующую позицию. Поэтому вы можете посмотреть, если вы как председатель будете брать наличными и давать расходники и приходники, то это неверно будет. Потому что вы не можете, если вы можете взять наличными как сосед, как друг, как товарищ и отнести на расчетный счет, впоследствии занести за данного члена
на расчетный счет. У нас поменялся порядок уведомления при проведении собрания. Особенно, если у вас есть конфликтные истории на территориях СНТ, и у вас есть судебные процессы, рекомендую вам очень детально и внимательно прочитать статью 17 217 федерального закона. У вас меняется, более того, в связи с изменениями, статья 13, меняется порядок исключения. То есть я думаю, что на весенних собраниях у вас кардинальным образом может смениться кворум, как численный, так и списочный состав. Значит, при ликвидации, относительно вот вопрос про долевую собственность, если у вас собственность оформлена на юридическое лицо уже, в долевую оформлять не надо. А статья 54, часть 16, нам говорит о том, что если вам до этого выдавалась коллективная совместная собственность, как в подавляющем большинстве СНТ, то с 1 января это становится автоматически долевой собственностью, невыделяемой, то есть по факту, по аналогии с ТСЖ. У нас с вами имеется часть долевой собственности там, чердаков, подвалов, никто у нас не регистрирует их. Но в данном случае налоги будут оплачивать СНТ, потому как коллеги из органов налоговых, они не могут начислять оплату земельного налога лицам, которые не зарегистрированы в ЕГРН. Если вы хотите оформить Васю, Петю и Машу, чтобы они были в ЕГРН, в этом случае вы проводите общее собрание. В 217 федеральном законе очень детально прописан порядок, как должен выглядеть протокол. Идете в Росреестр и вносите данные изменения в ЕГРН. В этом случае земельный налог будет оплачиваться непосредственно физическими лицами с начислениями, которые будут осуществлять коллеги. Значит, в данном случае будут действовать нормы Гражданского кодекса, и тогда вам придется единогласно принимать решение по всем вопросам, касающихся распоряжения имуществом. Пока долевая собственность не определена, но условно, да, то есть она по умолчанию действует пропорционально площади земельных участков. В этом случае налоги вы, как и раньше, платите из членских взносов, собственно, ничего не меняется для вас. У вас появляется новая история, как финансово-экономическое обоснование. В этой части вы можете указать, что, например, в части оплаты земельного налога Вася будет платить больше, потому что пропорционально площадь его участка, она больше. При ликвидациях, в случае тоже, если это вам интересно, никто не может у вас, как раньше, каким-то образом изъять имущество общего пользования, он переходит в долевую собственность граждан, чьи земельные участки находятся на территории вашего СНТ, вне зависимости, члены они или не члены. Это кратко, будут вопросы, вы можете обращаться. Добрый день всем. Постараюсь коротко, но содержательно. После окончания нашего короткого вступительного общения я попросил сегодня присутствие здесь представителя русского регионального оператора Журина Юрия Юрьевича. Юрий Юрьевич, встаньте на секундочку. Вот. Он отвечает за всю работу русского регионального оператора на территории Одинцовского района, в том числе за работу с СНТ и заключение с ними договоров на вывоз мусора. Вот, он здесь сегодня присутствует со своими сотрудниками и после готов с вами уже подписывать договоры с теми СНТ, которые направили заявки. Теперь давайте к сути. С 1 января 2019 года на территории Одинцовского района работает русский региональный оператор. Эта услуга стала коммунальной. Он является гарантирующим поставщиком данной коммунальной услуги. И он единственный, с кем можно заключать договоры на вывоз твердых коммунальных отходов. Ключевое слово «единственный оператор». Никаких других операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории русского кластера, в который входит Одинцовский район, нету. Под суд отдать, это он обещался, все так и будет. Все их нарушения, которые они допускают, они будут соответствующим образом взысканы. Не об этом. Я вас попрошу, вы либо послушайте, потому что вы, если хотите выступить, выйдите и выступите. На территории Одинцовского района 611 СНТ на сегодняшний день. Из них 499 заключили договор, осталось 112 СНТ. Вот. Часть из этих СНТ, у которых нет сегодня договоров, присутствует здесь. Я хотел обязательно сегодня отметить несколько вещей. Первое. Договор на вывоз мусора с СНТ обязателен. То есть любое СНТ должно иметь договор на вывоз мусора. Второе. У тех СНТ, у которых нет договоров, наступает административная ответственность за 300 тысяч рублей. Мы на сегодняшний день понимаем, что невозможно все сделать в один день, поэтому никаких пока санкций не было применено. Хотя у вас договора эти должны были быть с 1 января. У всех СНТ без исключения. Именно с этой организацией. Вот. ООО «Русский региональный оператор». Русский
не отказывается он договора ни с кем заключать. Он обязан заключить с вами договор, если вы направили к нему заявку соответствующей формы. Заявки соответствующей формы все СНТ, кто хотел, получили в своих администрациях. Как вас зовут, можно узнать? Отлично. Вот вы своих коллег предупредите, что вы отрываете их время в свою пользу. Нет, подождите. Дайте, я договорю. Значит, свои условия у них следующие. Все их условия прописаны в едином договоре, который заключен с Московской областью. Договор с вами заключается абсолютно одинаковый для всех. Отличие только в чем есть? Отличие в нормативах накопления и в форме накопления мусора. Либо накопление по факту, либо накопление по нормативу. Для того, чтобы заключить договор с региональным оператором, необходимо заполнить заявку в электронной форме и отправить им на электронную почту. Все. Больше ничего вам делать не нужно. Если вы хотите какие-то специальные условия с ними обсудить, надо приехать к ним в офис и обсудить специальные условия. Адрес: маршала Неделина, 6, кабинет 313. 6А. В Жуковке второй офис находится. В Жуковке какой у вас офис? Деревня Жуковка, 71. Да, два офиса у них на территории есть. Второй момент, где вы можете оставить заявку. Вы можете прийти в свою администрацию, поселение своего, и заполнить там заявку, вплоть до того, что вам предоставят для этого компьютер. Помогут вам это заполнить, если вы с компьютерами. Третье, если вы сделали заявку и направили ее в адрес регионального оператора, также можете в своей администрации попросить, чтобы они забрали ваш договор у них и привезли в свою администрацию. Мы сегодня договорились со всеми администрациями, что они вам передадут готовые договора. Поэтому все, что от вас требуется, это заполнить заявки, указав в них свои реквизиты и указав в них точки вывоза. Все. После этого работа русского регионального оператора. Я свой доклад закончил, готов передать слово Юрию Юрьевичу, чтобы он озвучил телефон, либо еще какие-то вопросы, которые вас интересуют. А второй момент, если здесь присутствуют СНТ, которые не подписали договор, пожалуйста, мы сейчас закончим, можете подходить, оставлять заявки, либо подписывать договоры, потому что часть договоров они уже привезли. Юрий Юрьевич, прошу. У вас платежек еще нету. В СНТ платежки выставляются как счета. Не путайте с ИЖСом. Индивидуально выставляются платежки по ИЖСу. По СНТ платежка выставляется одна на юридическое лицо СНТ. Вы уверены, что у вас... Нет, вы уверены, что у вас те помещения, по которым пришла платежка, это не ИЖС? Уверена. Значит, вам надо написать, в электронном виде можно написать, можно в письменном, заявление в Мосэнергосбыт о том, что данное помещение является, относится к такому-то СНТ, СНТ имеет такой-то договор, номер такой-то. Все. И все, да, вам сделают перерасчет. Да, от председателя СНТ написать письмо, что нам поступили такие-то платежки, в которых учтены такие-то дома. Это не ИЖС. Просим исключить данные расчеты. У нас заключен договор с рекоператором, номер такой-то. Все. После этого вам в течение месяца-двух исключат эти платежки и долги тоже обнулят. Пожалуйста, Юрий Юрьевич, прошу. Да, коллеги, добрый день. Позвольте представиться, представитель русского регионального оператора Журин Юрий. Да, коллеги, слышно сейчас, да? Всем еще раз добрый день. Позвольте представиться. Представитель русского регионального оператора Журин Юрий, заместитель исполнительного директора, коммерческий директор.
Как уже, в принципе, озвучил Михаил Владимирович здесь, то, что все отходообразователи должны иметь договор с русским региональным оператором в соответствии с территориальной схемой, утвержденной Министерством экологии и природопользования. От 28 апреля 2018 года русский региональный оператор заключил договор с Министерством экологии и природопользования на сбор, транспортирование, обезвреживание, захоронение, обработку, утилизацию отходов. Поэтому предлагаю на сегодняшний день не оттягивать, да, процедуру заключения договора, а как можно скорее заключить договор с рекоператором. Тариф у нас с вами утвержден комитетом по ценам и тарифам. Это 949 рублей 56 копеек за 1 кубический метр. У нас также есть с вами 607 распоряжение Министерства экологии и природопользования, где утверждены нормы накопления для отходообразователей. По СНТ это 0,76 куба на одного члена, то есть на один участок получается. То есть, соответственно, мы с вами заключаем договор не меньше нормы накопления, либо можем заключить на фактический вывоз мусора, где это прописано с вами все в приложении данного договора.